Привет, Тимур. Привет. Расскажи, пожалуйста, о программаторе Tessa, который недавно, вот буквально несколько дней назад, был продан на один из отелей. Что это за программатор, почему его купили и вообще вот зачем это все нужно? Это программатор магнитных карт Tessa. То есть он используется в системах отельных замков Tessa на замках, которые работают от карт с магнитной полосой. Лет 15-20 назад это были наиболее популярные отельные замки. Почему? Потому что карточка магнитная стоила дешево, замки на бесконтактных картах только стали появляться на рынке, и бесконтактная карта была достаточно дорогой. Время проходит, оборудование изнашивается, и отели в последнее время, которые используют данные программаторы, столкнулись с проблемой выхода их из строя. Один из таких отелей в Киеве... Выхода из строя чего? Программатор. Программатор. А, вот, то есть у них был программатор, но он вышел из строя. Конечно. Угу. Вот, пытались они его отремонтировать как-то там своими силами, ничего не получилось, естественно. Вот, соответственно, отель функционирует, гостей поселять необходимо, при поселении необходимо прописывать карточки. Вот, поэтому... Они обратились в СПВ, чтобы... Они обратились в СПВ, оперативно был закуплен у поставщика, у компании Tessa Испания, и доставлен в Киев. Буквально в течение 1-2 недель он уже был отгружен заказчику. И сейчас он исправно работает, и люди могут... Работает исправно, но всем отелям, которые используют такие замки Tessa Дона на магнитных картах, мы настоятельно рекомендуем, и уже процесс на одном из одесских отелей пошел, произвести такой тюнинг уже установленных замков. Дона магнетик на замки Дона Proximity. В этом случае замки менять полностью нет необходимости. Заменяются только три детали в существующем замке. И отель после этого там пользуется всеми преимуществами замков на бесконтактных картах. Нет никаких деталей, которые могут изнашиваться, ломаться. Именно с электронной точки зрения. Программатор вечный, по сути дела. Вот, карточки тоже вечные, и тем более, что карты бесконтактные сейчас, цена их мало чем отличается от карточек с магнитной полосой. Спасибо, очень интересная информация, спасибо за это интервью. Да, всегда рады, обращайтесь, поможем, подскажем.